Жительница Камышлинского муниципального района Алсу Зайнакова переболела ковидом полгода назад. Совсем недавно решила сделать тест на антитела. Когда увидела отрицательный результат, записалась на прививку. Чтобы защитить себя и детей, своих близких, прививаться надо обязательно, чтобы никого не заразить. В Самарской области больше 1 000 000 человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Это более 54% от общего числа жителей, что выше среднероссийского показателя. В Камышлинском районе вакцинировались более 90% жителей. Из них около 80% – это люди старше 65 лет. Для удобства наших жителей организована работа двух прививочных кабинетов. Один кабинет прививочный в поликлинике в рабочее время принимает пациентов, а второй кабинет в приемном отделении круглосуточно. Особенно медики советуют привиться людям старше 60 лет, так как они находятся в группе повышенного риска. Ну а тем, кто уже вакцинировался, через месяц следует сделать прививку от гриппа, чтобы повысить защиту своего организма и не подвергнуть опасности здоровья близких. Сделать прививку можно в любое удобное время. Записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники, по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Работают и круглосуточные пункты вакцинации. Никита Колосов, События.